Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Надеюсь, меня видно и слышно. Прошу с вашей стороны написать, все ли меня видят и слышат. Меня зовут Алексей, я являюсь руководителем по развитию компании «Русэнерго». Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном системам для открытой прокладки и крепления кабеля. Прошу, напишите, кто-нибудь, слышно меня, видно? Панели чата. Да, ну похоже, судя по тому, что ряд пользователей, слушателей пишут, я так понимаю, что все-таки меня видно и слышно. Поэтому давайте начнем. Да, наша компания специализируется на производстве систем для открытой прокладки. Продукция собственной разработки, в том числе есть уникальные технические, есть крепления для прокладки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины. Есть промышленные фальш-полы. Ну и ряд такой продукции, который, в принципе, не представлен у других производителей. Мы ориентированы в первую очередь на разработку уникальных технических решений и на укрупненные технические узлы для того, чтобы исключить на этапе проектирования риски возникновения ошибок при составлении спецификации. Ну и, соответственно, благодаря укрупненным узлам монтажники совершают меньше действий по сборке продукции. В первую очередь хотел бы огласить программу вебинара, то есть наш вебинар будет состоять из четырех частей. Это двухуровневая прокладка кабельных линий, раздел двухуровневой прокладки кабельных линий, это кабельные крепления для сшитого полиэтилена, этиленпропиленовой резины, металлоконструкции для прокладки кабеля, в том числе вот эти узловые конструкции, системы для реализации вертикальных подъемов на опоры и так далее. Ну и раздел будет у нас с вами промышленных фальш-полов. Что касается двухуровневой прокладки кабельных линий, впервые мы запустили данную технологию, опробовали в 2009 году. Она базируется на применении продукции собственной разработки, это эстакадные полки, которые имеют две плоскости. То есть фактически, используя данную конструкцию, мы можем проложить кабель на верхнем ярусе полки и на нижнем ярусе полки. Таким образом, мы можем решить с вами несколько задач. Сами конструкции выпускаем двух в рамках исполнения. Это рамках конструкции, то есть данные силовые примочки. Длинные они бывают от 150 до 500 миллиметров, это обычные полки, усиленные от 500 до метра. Соответственно, обладают они несущей способностью, которая позволяет проложить вот это увеличенное количество кабельных линий. Собственно, какие задачи мы решаем при помощи применения данных двухуровневых полок? Первая задача, самая основная, это увеличение количества прокладываемых кабельных линий. На слайде с примером видно то, что фактически мы можем увеличить количество прокладываемого кабеля практически до 90%. Это при прокладке одиночного, одножильного или многожильного кабеля в плоскости. При этом мы сохраняем то же самое удобство монтажа и прокладки этого кабеля. При прокладке кабеля в треугольник более низкий показатель, но это примерно плюс 50% относительно общего количества прокладываемого кабеля. То есть это основная задача. А вторая задача – это уменьшение габаритов кабельного сооружения. Не знаю, насколько вам видно хорошо цифры с примера со слайда, да, но фактически мы можем уменьшить габариты кабельного сооружения практически практически в два раза. То есть на примере видно то, что эстакада имеет высоту 1800 мм. Мы можем в нее проложить
по ней проложить 48 кабельных линий. При уменьшении габаритов кабельного сооружения мы имеем эстакаду уже высотой 1 метр, но при этом прокладываем то же самое количество кабельных линий 40. Таким образом, золотой серединой будет являться решение четвертой задачи, а именно увеличение количества прокладываемых кабельных линий и увеличение зоны обслуживания. То есть вот это основной способ, так скажем, применения данной технологии. Мы можем проложить, допустим, условно там плюс 30% кабелей и при этом получить удобство монтажа и последующей эксплуатации данного кабельного сооружения. Особенно это актуально, на наш взгляд, все-таки для железобетонных каналов, то есть тех кабельных сооружений, которые ограничены в габаритах существующих. То есть по кабельным каналам цифры варьируются вот как раз по приросту количества прокладываемых кабельных линий примерно процентов на оптимально 30-40. До 2017 года фактически данная технология не имела никакой под собой нормативной базы, никакой правовой основы. В 2015 году, то есть мы к этому времени уже получили определенный опыт, наработали очень большое количество проектов по двухуровневой прокладке кабельных линий. Соответственно, уже был определенный опыт. Мы с этим опытом обратились в ассоциацию «Росэлектромонтаж», которая являлась в свое время разработчиком КУЭ. И, соответственно, с просьбой как-то дать какие-то разъяснения по поводу применения данной технологии, данного способа прокладки кабельных линий. Результатом, спустя 3 года работы ассоциации «Росэлектромонтаж», результатом стал циркуляр ассоциации, одноименный о двухуровневой прокладки кабельных линий. То есть в этом циркуляре даны разъяснения по поводу данной технологии, вообще правомерности ее применения, и сопоставили с основными положениями, идет сопоставление с основными положениями ПУЭ. То есть в Казахстане, мы так понимаем, все равно действуют также правила устройства электроустановок, возможно, это какая-то видоизмененная версия ПУЭ, которые разрабатывались в Советском Союзе, в той же самой ассоциации «Росэлектромонтаж». Но, тем не менее, мы ее сравнивали, понимаем, что примерно одинаковые основные моменты в этих документах указаны, что у нас в России, что в Казахстане. Соответственно, косвенно можно предположить, что вот эти вот разъяснения, они могут быть актуальны в том числе и для вашей страны. Соответственно, основные положения, какие для себя обозначил в данном циркуляре «Росэлектромонтаж», ну, не только для себя, но и для всех пользователей, так скажем. В первую очередь, это то, что в два яруса прокладывается кабель напряжением до 35 кВт включительно. Основным моментом также будет являться то, что при прокладке кабеля в два яруса межполочным расстоянием, которое определяется по таблице 2.3.1 ПУЭ, будет являться расстояние от нижней точки верхней полки до верхней точки нижней полки. Соответственно, вот это расстояние выбирается по таблице 2.3.1 ПУЭ. И зависит оно от напряжения кабельных линий. То есть это расстояние варьируется от 150 до 300 мм в зависимости от напряжения. Ну, в нашем случае до 200, так как кабель мы в два яруса прокладываем напряжением до 35 кВт. Ну, еще один важный момент – это то, что нужно выдерживать расстояние не менее диаметра между кабелями в свету, то есть как по горизонтали, так и по вертикали, то есть между двумя плоскостями. Также дано четкое определение прокладки кабеля в два яруса, то есть там говорится, что кабель в два яруса прокладывается на специализированных конструкциях, имеющих две плоскости для прокладки кабеля. Соответственно, первый вопрос, который все всегда задают, увидев эту конструкцию, то, что межполочным расстоянием должно приниматься расстояние по, в том числе и между плоскостями. На самом деле это не так, об этом говорится в циркуляре. То есть вот эта конструкция, она имеет две плоскости для прокладки кабеля, соответственно, межполочным расстоянием будет приниматься расстояние между вот этими точками на консолях, на эстакадных полках. Вот это основные положения данной технологии. Ну и второй, наиболее часто возникающий вопрос, который задают как и проектировщики, так и эксплуатация, в том числе и монтажная организация, это то, как
монтировать кабель на высоких сооружениях, на кабелях, таких как эстакады, допустим, на высоте 6 метров и выше, то есть сразу возникает вопрос, что это довольно-таки проблематично. На самом деле, руководствуясь уже сложившимся опытом и очень большим количеством реализованных крупных проектов, мы выбрали для себя два основных способа по прокладке кабеля в два яруса. Первый – это мы укладываем кабель по верхнему ярусу, по всей длине кабельной трассы. И, как правило, у нас расстояние между полками идет 0,8 метра. Мы берем, грубо говоря, разрез из трех стоек с полками, по центральной полке переносим кабель с верхнего яруса на нижний, фиксируем и идем последовательно по всей длине кабельной трассы, переносим с верхнего яруса на одной консоли кабель на нижний ярус. Далее, следующий момент, следующий способ – это прокладка кабеля. Мы его укладываем на верхний ярус нижней полки, впоследствии его переносим постепенно на нижний ярус верхней полки. И таким образом мы его тоже по нижнему ярусу фиксируем. Это мы делаем в априори, так как иначе он на нижнем ярусе не удержится. Фиксируем мы при помощи кабель специализированных узлов крепления. Также еще одной ключевой и отличительной особенностью данных конструкций является то, что мы можем внутрь эстакадной полки монтировать огнезащитную перегородку. То есть вот полка у нас имеет рамную конструкцию, мы ее можем прямо вставить внутрь. На слайде есть 3D-визуализация данного способа монтажа огнезащитной перегородки. То есть огнезащитная перегородка монтируется просто внахлёст, друг на друга кладутся листы в рамках тела эстакадной полки. Таким образом, мы можем разместить на одной конструкции взаиморезервируемые кабельные линии, либо разделить, допустим, силовую часть от слаботочной части. То есть это позволяет нам решать очень широкий спектр задач в рамках одного кабельного сооружения. Далее, показан пример, вот на фотографии мы видим то, что очень большое количество кабелей смонтировано в два яруса, верхний ярус занят полностью, при этом ширина консоли, точнее длина консоли в данном случае составляет метр. Поверху идет порядка 7 кабельных линий, по низу 3, остальные 4 места на нижнем ярусе, они оставлены под резерв. Ну и, соответственно, эта фотография показывает вообще возможности, масштабы, да, применения этой технологии. Это, кстати, Комсомольский НПЗ, очень такое серьезная стройка. Но и одновременно здесь показано, как делать не нужно. То есть на нижнем ярусе кабель закреплен изделиями серии УКР, о них я расскажу чуть попозже. Ну, в общем, использовать изделия на нижнем ярусе эстакадных полок, изделия серии УКР нельзя. То есть пример такой двоякий, то есть показано максимальные возможности применения данной технологии, также показано, как не нужно делать. Но об этом чуть немножко попозже расскажу. Следующее, о чем хотел я вам рассказать, это кабельное крепление производства нашей компании. У нас на сегодняшний день в ассортименте 4 линейки кабельных креплений. Это крепление кабеля до 1 кВт, потом 6, 10, 110 кВт и универсальное кабельное крепление до 500 кВт. Первая линейка кабельных креплений – это изделия серии КУ, так называемые клицы. Впервые мы их разработали, запустили в производство в 2002 году на основании уже существующего монтажного участка. То есть была изначально проблема прокладки кабеля, точнее, необходимо было сделать комбинированную кабельную трассу и в местах, где было проблематично пройти лотком, просто нужно было кабель как-то для заказчика разложить. Соответственно, наш генеральный директор тогда придумал и запустил в производство так называемые клицы. То есть из себя клица представляет литую фигуру из полимера. Между двумя клицами зажимается кабель определенного, точнее разных диаметров, разных сечений. В качестве основания под клицы может быть использован профиль монтажный, либо это могут быть, вот как на данной конструкции, это могут быть, допустим, какие-то элементы из прутка композитного или металлического прутка.
Ну и по таким плоскостям мы можем проложить кабель при помощи клец. На слайдах показаны типа размеры кабельных креплений, клиц. Я на этом особо внимания сейчас не буду заострять. Скажу единственное, что мы можем зафиксировать при помощи клиц кабеля диаметром до 81 мм. Это, в принципе, вся практически линейка типа размеров кабеля, которая есть сейчас на рынке до 1 кВт. Ну и, соответственно, какие задачи вообще мы можем решить при помощи клиц? В первую очередь они интересны тем, что мы можем использовать кабель номинального сечения. То есть для данного способа прокладки кабеля будет коэффициент k равный 1. Если мы этот кабель соберем в лоток, соответственно, мы должны будем использовать понижающие коэффициенты и, соответственно, использовать кабель, прокладывать кабель в лотке с сечением выше, чем номинальное. В данном случае кабель мы используем номинального сечения. То есть это если мы идем вообще полностью кабельной трассой без лотка. Вообще оптимально использовать клицы в тех местах, где лотком по тем или иным причинам пройти нельзя. К примеру, это могут быть переходы различные плоскости, либо вот как видно на фотографии, к примеру, вот кабельная трасса заходит под трубы, точнее над трубами она проходит лотком. Это технически просто невозможно было бы сделать, но в данном случае оптимально перед заходом над трубу кабель из лотка достать, собрать некую форму гребенки под типу вот этого вот образца, пройти этот участок и обратно уйти в лоток. Либо вот нижние 4 фотографии на слайде, это как раз проект казахстанский, подземная парковка, не помню точно какого жилого комплекса, но смысл в том, что в данном случае проектировщики выбрали комбинированную кабельную трассу, часть кабельных линий прошли в лотках, коробах и так далее, а часть проложили на такого рода импровизированных потолочных консолях. То есть это сделано именно для того, чтобы сохранить номинальное сечение кабеля. Там экономия на кабеле составила порядка 2-3 миллионов. То есть довольно-таки насыщенная кабельная трасса была. Вот. И, соответственно, при вот таком расположении вертикальном на потолочных стойках кабеля они сэкономили по ширине кабельной трассы в габаритах буквально там 30-40 сантиметров, но для каких-то участков это было критично. Таким образом, вот именно клицевый способ прокладки кабельных линий лучше рассматривать как альтернативу либо дополнение лотковой прокладки кабельных линий. Кабельных креплений это изделие уже специализированное для кВт. Это изделие серии УКР и УК. То есть сейчас, не знаю, как у вас, у меня слайд еще не отгрузился. Попробую как на пальцах рассказать. Ну, вот сейчас вижу уже его. Да. Соответственно, изделие серии УКР это, грубо говоря, те же самые клицы, только скомплектованные, испытанные на электродинамику. Все мы знаем, что кабель с изоляцией сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины имеет особенность. Это при коротком замыкании он просто стреляет. То есть есть риск падения кабеля с кабельного сооружения. Собственно, поэтому его все производители кабеля и рекомендуют крепить. Изделия серии УКР предназначены для фиксации кабеля диаметром от 25 до 88 мм. При прокладке его на открытом воздухе, либо в помещениях, по различного рода конструкциях, в том числе нашего производства, мы, как уже говорили, да, что узел крепления УКР – это, по сути, 6 клиц, определенного цвета. То есть в комплекте идет 6 клиц, 2 желтых, 2 зеленых, 2 красных, благодаря которым мы можем выделить фазировку по всей длине кабельной трассы. Данный вариант креплений испытан на электродинамику и устойчив к токам короткого замыкания до 94 кА. Это подтверждено протоколами натурных испытаний. Есть видеоролики, они есть на YouTube-канале нашей организации, либо вот когда мы делаем рассылку, в том числе приглашали, когда вас на вебинар, там, обратите внимание, есть ссылки на видеоролики компании, вот там вы можете ознакомиться с видео из
испытаний изделий, как и УКР, УК, УКПУ, то есть со всех наших линеек, и в том числе двухуровневых полок. А отдельно мы выделили из вот этой вот гаммы изделий серии УКР изделия для прокладки многожильного кабеля. В комплекте идет две клицы черного цвета. То есть сделано это для того, чтобы просто зафиксировать кабель, одна точка крепления, две клицы. Для того, чтобы исключить возможность обсчета проектировщиков при составлении спецификации. Потому что для многожильных кабелей, как правило, люди очень часто ошибались и закладывали количество комплектов по количеству точек крепления. А фактически их нужно было в 3 раза меньше. Поэтому мы вот выделили отдельную номенклатуру для многожильного кабеля. Следующая линейка кабельных креплений – это фиксация одножильного кабеля при прокладке в треугольник. Изделия серии УК. Производим их мы с 2005 года. То есть изделия уже с колоссальным референсом, с колоссальным опытом применения. Многим импонирует заказчикам то, что узел крепления в основе идет металлический хомут. То есть металлу многие доверяют, по нему в принципе никакого непонимания нет по опыту эксплуатации, в отличие от полимеров, допустим, тех же самых. Вот. Соответственно, многим это импонирует. В комплекте идет у нас металлический хомут, 3 клицы для возможности выделения фазировки цветом, втулки, которые не дают соприкасаться телу хомута с металлической опорной конструкцией, то есть вокруг кабеля нет замкнутого контура, и также кабель укладывается на литник. Соответственно, данные крепления были использованы в том числе на белорусской атомной станции, испытанные токами короткого замыкания до 114 кА. Соответственно, благодаря вот высокой надежности, высоким показателям устойчивости к токам электродинамической нагрузки, они были использованы на белорусской атомной станции. Это говорит о высокой степени доверия к данного рода изделия. Всего у нас 6 типов размеров данных креплений, диаметры кабеля также от 25 до 88 мм, напряжение кабеля до 110 кВт. Следующая линейка кабельных креплений – это более свежая линейка. Запустили мы ее в 2015 году, это изделия серии УКПУ. Изготовлены они из эластичного полимерного композита, они универсальны. Изначально хомут имеет форму треугольника. Но благодаря тому, что использован эластичный пример, крепление при монтаже будет принимать любую форму. То есть мы можем закрепить как одиночный кабель, так и кабель при групповой прокладке, в том числе в треугольник, либо там 4 кабелей и так далее. Данные изделия, испытанные также токами короткого замыкания, выдерживают максимальные токи до 90 кА при прокладке кабеля на верхнем ярусе полки. Также проводились испытания на двухуровневых полках при подвесе кабеля на нижнем ярусе. При такой компоновке данное крепление держит до 70 кА. Соответственно, благодаря мягкости, эластичности материала, видите, вот в левом верхнем углу фотография на слайде, там проложены 4 кабеля. То есть они также зафиксированы вот этим хомутом, он может принять вообще в принципе любую форму. Благодаря тому, что в комплектации большинства типа размеров наших креплений, что УКР, что УК, что УКПУ, используется метиз М6, мы можем скомбинировать наши крепления не только, допустим, с кабельными полками, с ГЭМовскими, там, либо с нашими полками, либо других производителей, но мы также можем зафиксировать кабель и на лотках. То есть вы, когда будете применять, допустим, наши изделия, соответственно, вы смотрите по перфорации, по межосевому расстоянию по болтам и можете скомбинировать, в принципе, с любыми металлоконструкциями любых производителей без каких-либо ограничений. Общими характеристиками для всех представленных линеек кабельных креплений является устойчивость к ультрафиолету, озону, маслам, нефтепродуктам. То есть крепления спокойно стоят на открытом воздухе, не крошатся, не ломаются, устойчивы к воздействию низких температур до минус 60 градусов по Цельсию, это рабочий диапазон температур, до 105 градусов по Цельсию, крепления не горят, то есть соответствующие сертификаты, протоколы испытаний натурных. Ну и по ним есть реальный опыт эксплуатации
с 2002 года по линейкам изделий серии УКР. С 2005 года это УК, ну и по изделиям серии УКПУ есть небольшой референс, но тем не менее 5 лет уже эти крепления спокойно стоят, в том числе в условиях там, крайнего севера, либо в каких-то, наоборот, жарких, жарком, более жарком климате. Соответственно, все испытания у нас подтверждены протоколами испытаний. Далее, хотел бы вам рассказать по металлоконструкциям производства нашей компании. Не буду говорить о том, что есть у большинства производителей, представленных на рынке, это у нас тоже все есть. Есть и стойки, и полки, и лотки, и лестничные лотки и так далее. Я хочу поговорить именно о тех продуктах уникальных, которые мы предлагаем вам, и которые реализованы в том числе у нас в виде динамических блоков, что существенно ускоряет и упрощает проектирование. То есть мы предлагаем вам использовать готовые элементы сборные, то есть это стойка в совокупности с полкой. Спецификацию это записывается одной позицией. К примеру, вот есть у нас два варианта исполнения стоек. Это пристеночного исполнения и напольно-потолочного исполнения. Пристеночное исполнение, так называемая стойка SPS с литером S, то есть S это исполнение стена. Вы прямо в наименование изделия записываете вместо буквы H высоту стойки, вместо K количество полок, вместо буквы L вы записываете длину полок. Соответственно, к примеру, вы прописали стойку SPS-600-1-2-300. Монтажники получили на объекте стойку с высотой 600 мм с 200 полками и, соответственно, получили все необходимые метизы. Для того, чтобы вам ее отрисовать в автокаде, вам необходимо нажать три стрелки благодаря применению наших динамических блоков. Три стрелки нажали, у вас готовое отрисованное изделие. Вместо 8 позиций в спецификацию вы записали одну, ну и монтажники это получили в виде сборного комплектного изделия. То есть все достаточно просто и достаточно быстро. И минимизирован риск каких-либо ошибок со стороны проектировщиков на этапе формирования спецификации. Аналогично по стойкам напольно-потолочного исполнения, только здесь вы можете запроектировать стойку асимметричную, допустим, с левой стороны заложить три полки 200-х, 300-х, без разницы, с другой стороны, с правой, вы можете заложить их другое количество и другую длину консолей. Есть у нас два варианта модификации вот этих вот стоек, то есть для двухуровневой прокладки кабельных линий, это стойки СП, либо для одноуровневых полок серии СРКП. Полки, точнее стойка сама представляет из себя профиль, страт-профиль, европейский стандарт, то есть S-образный профиль. Монтаж полки будет осуществляться на канальные гайки. То есть это быстросборные конструкции, плюс еще вот этих стоек, то что можете вы не привязаны к перфорации, то есть сплошная прорезь идет по всей длине профиля, и вы можете полку повесить на любую высоту, вплоть до миллиметра. То же самое по стойкам серии СРКП в качестве консоли, там используется тот же самый страт-профиль. При этом вы можете также закрепить кабель с изоляцией сшитого полиэтилена на эти полки при помощи канальных гаек, то есть это очень делается просто и быстро. То есть гайка вставляется в паз, попробую вам это показать. Так, как-то. Вот. То есть гайка вставляется в паз, после этого поворачивается головка болта, гайка фиксируется в пазу и, соответственно, поджимается. При этом на профиле идет насечка, и на гайке идет насечка, которая будет препятствовать сползанию, в том числе в результате каких-то вибрационных воздействий, будет препятствовать сползанию с профиля полки, либо, допустим, каким-то изменению в горизонтальном положении на полке кабелей. Далее. Также мы предлагаем из сборных конструкций рамы, напольный и напольно-потолочный. Принцип такой же, прямо в номенклатуру записываете высоту рамы, ширину рамы и количество ярусов. Для напольного, так и для напольно-потолочного.
нынешнего исполнения. Еще одна интересная такая вещь, которую хотел бы вам показать, это временные эстакады, предназначенные не для организации временного электроснабжения объектов и могут также применяться, допустим, в ГОКах, на ГОКах точнее. Мы ее разрабатывали совместно с компанией Полюс Проект, которая разрабатывает технические решения для полюс золота, то есть открытая добыча карьерная. Соответственно, ранее использовались там решения из арматуры, досок и так далее, то есть временные такие рогатки, так скажем, для прокладки кабеля. Мы предложили им более такой, так скажем, культурный способ. То есть мы разработали временную стойку, точнее временную эстакаду, так называемую, которая из себя представляет стойку, в основании которой устанавливается пригруз. То есть, грубо говоря, мы эту стойку ставим в любое место, она невысокая, метр с полкой. В основании укладываем пригруз, это могут быть блоки, мешки с песком, либо какой-то, ну, вплоть до строительного мусора какого-то. То есть мы ее пригружаем, даем определенную нагрузку на основание, чтобы ее не перевернуло, и на полку кладем кабель. Соответственно, если нам нужно, допустим, обеспечить проезд там, технологического транспорта, либо как-то сдвинуть эту кабельную линию, мы ее можем прямо, допустим, отключившись, убрать пригруз, переставить, обратно пригрузить, и все это дальше у нас спокойно работает. Либо мы можем проложить не просто кабель открыто по этим конструкциям, ну, допустим, положить лотки со снегозащитными крышками, либо короба, допустим, ну, различных вариаций может быть очень много. Далее, есть у нас решение по организации вертикальных подъемов, в том числе по организации вертикальных подъемов на опоры. Из себя представляют эти решения, есть два варианта, два вида изделий. Это лестницы на основе страт-профиля, то есть и щеки. Это не лестничный лоток, это, грубо говоря, лесенка сварная, которая делается из шины страт-профиля. Имеет она очень жесткую конструкцию, типовые лестницы у нас идут длиной 3 метра, держат они очень высокие, выдерживают очень высокие нагрузки, ширина этих лестниц может быть до метра и 100 миллиметров. Крепятся они, допустим, к стене при помощи специализированных скоб, на них тоже заострять особо внимание не буду, в каталоге они представлены. Есть секции с механической защитой. Вот эти вот секции представляют из себя короб со ступеньками, по которым мы также прокладываем кабель, крышка крепится на винты. То есть это готовое изделие, поставляется оно в сборе, толщина стенки 1,5 мм, 1,2-1,5 мм. Сами вот эти лестницы, на их основе у нас разработаны решения по организации вертикальных подъемов на опоры. То есть мы берем несколько секций, наращиваем необходимую нам высоту, между собой вот эти секции соединяются при помощи соединителей, то есть это жесткие обхваты из 5-миллиметровой пластины. Все это между собой фиксируется, сама лестница крепится к телу опоры при помощи специализированных обхватов. Обхваты очень простые, то есть это тоже куски профиля со шпилькой. Соответственно, мы благодаря этим обхватам можем закрепиться к уголку в теле опоры, который у нас располагается хаотично, то есть он может располагаться как бы по направлению друг от друга в разные стороны. Соответственно, на эти обхваты мы этот лоток крепим, и по ним при помощи узлов крепления серии УКПУ спокойно кабель поднимаем. Благодаря тому, что хомут у нас имеет мягкую конструкцию, мягкий материал, точнее, из которого он изготовлен, он принимает форму кабеля и не требуется применение резиновых или силиконовых прокладок при организации вертикальных подъемов на опоры. Это очень важно, потому что видели мы очень много примеров, когда прокладывали кабель по высоковольтным опорам при помощи крепления из полиамида с применением резиновых или силиконовых прокладок. И со временем эти прокладки, они от вибраций, которые в процессе эксплуатации создает кабель, эти прокладки выпадывали. И, соответственно, кабель висел на изоляторах. Вот в нашем случае применение наших систем, эти все моменты, все эти риски исключены. Все системы на основе страт-профиля и все линейки кабельных креплений, они имеют в том числе натурные испытания на устойчивость к сейсмическим нагрузкам до 9 баллов по шкале МСК-64. Далее, в
Расскажу вам вкратце про систему промышленных фальш-полов. Изготавливаются они у нас на основе страт-профиля. Панели мы делаем из металла. Панели у нас бывают двух размеров 600 на 600 и 600 на 1200. Сама конструкция фальш-полов представляет из себя решение на основе сдвоенного страт-профиля, то есть устанавливается вниз стойки элемент, то есть вы его сейчас видите на слайде, он из себя представляет пластину 140 на 140 мм толщиной 12 мм с четырьмя отверстиями, с усами под установку сдвоенного профиля. То есть в это основание мы ставим сдвоенный профиль, сверху мы ставим такое же основание, на него укладываем сдвоенный профиль, из которого составляется обрешетка под вот эти панели. Соответственно, в подполе, благодаря тому, что мы используем стойки из сдвоенного страт-профиля, мы на тех же консолях можем проложить кабель, то есть подвести его с учетом всех изгибов, всех радиусов поворота под ячейки, которые мы ставим сверху, под оборудование различное. Ну и таким образом мы можем обеспечить свободный доступ с любого места пола. Снимаем панель, смотрим, что у нас внизу происходит, обслуживаем, если нам это необходимо. Высота фальшпола в нашем исполнении может быть до 2,5 метров. Осевая нагрузка до 1600 килограмм на стойку, сами панели держат порядка от 500 кг до тонны. Это нагрузка на панель 600 на 600 мм. Заземление, идет у нас непрерывный контур заземления, так как собирается фальшпол с применением болтов и канальных гаек. Соответственно, заземление необходимо делать каждые 15-20 квадратных метров. То есть предусматриваем заземление. Сама конструкция фальшполов, она типовая, то есть используется минимум элементов каких-то. Есть у нас свой проектный отдел, это касается применения вообще продукции, всей продукции нашего производства, то есть есть свой проектный отдел, вы можете нам всегда отправить некую форму техзадания. Контакты сейчас я вам покажу наши, то есть это общая электронная почта, либо Елена, вот, которая делала рассылку, можете ей отправить на электронную почту. Отправляйте некую форму техзадания, пишите, что бы вы хотели увидеть, мы вам, соответственно, все вот эти варианты подготовим. Эта услуга предоставляется бесплатно в рамках технической поддержки. Если необходимо вам стандартизировать какие-то узлы, например, вот как появились у нас временные эстакады, вам рассказывал, да, что совместная разработка с проектным институтом для конкретного заказчика. То есть, если вам нужны какие-то типовые решения, с которыми вам бы удобно было работать, это тоже все обсуждается, можете отправлять нам запросы, мы постараемся что-то для вас разработать, сделать. В принципе, у меня все. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете их написать в чате, либо связаться с нами по представленным контактам. Мы с вами созвонимся, пообщаемся более подробно. Если есть вопросы, пишите. Если нет, то спасибо за внимание. Очень рад, что вы сегодня были с нами. Спасибо. Да, вам большое спасибо, что были, присутствовали на нашей конференции. Вопросы, я так понимаю, все равно, если есть, то, наверное, их в 2-3 слова не уместить. Поэтому давайте попробуем все-таки пообщаться по телефону. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам на электронную почту, будем рады. Все, спасибо большое.